когда где-то в 80, наверное, втором или третьем, а может и пятом, я точно не помню, в 83-м году, Берковскому вдруг фирма «Мелодия» предложила выпустить пластинку. Это было невероятное счастье. Пластинка выпускалась вместе с оркестром «Мелодия» под руководством Гороняна и Фрункина. Это был штатный оркестр при фирме «Мелодия», звукорежиссером был мой папа, звукорежиссер этой студии. И вот, значит, Берковский, наконец, опять вернулся к оркестру. Сколько на нас вылили всяких неприятий резких КСПшники. Как можно нашу гитарную песню петь под оркестр? Но Берковский был счастлив, ему очень хотелось, чтобы это звучало именно так. И мне кажется, что сейчас как-то это уже стало обычным, по крайней мере, здесь, в этом заведении, актеры часто выступают, да и барды тоже, например, Мещуки тоже довольно часто раз, да и под оркестр поют. Я хочу сейчас две песни Виктора Семеновича исполнить под «Минус», который восстановили мы недавно с моим папой, его нашли где-то на полках. И вот к концерту, который был 8 числа, там была такая реанимация этого дела. Современный оркестр «Мелодия» Гороняна, ну, молодые ребята, восстановили эти аранжировки и вместе с нами в Театре эстрады это исполняли. А я сейчас попрошу звукорежиссера нашего поставить трек номер 5, и там будет минусовка тех времен. Кинематограф. И кинематограф. Это город еще ран, полусумрак, полусвет, а потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. И за окном загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой резкий, эта светополоса заставляет меня плакать и смеяться 2 часа. Быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Кем написан был сценарий, что за странный фантазер? Этот равно гениальный и безумный режиссер. Как свободно он монтирует различные куски ликования и отчаяния, веселья и тоски. А потом придут оттенки, а потом будут дано то умение, та свобода, что лишь зрелостью дана. А потом и эта зрелость тоже станет некий час детству первыми шагами тех, что будут после нас жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Но в великой этой драме я со всеми на ране тоже в сущности играю. Роль, оставшуюся мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем. Все проходит, все проходит. Мы пришли и мы уйдем. Все проходит и уходит, никуда из ничего. Все проходит, но бесследно не проходит ничего, потому что в этой драме путь не шутит.
или король, дважды роли не играют, только раз играют роль, и над собственную ролью плачу я и хохочу. По возможности достойно доиграть свое хочу, ведь не мелкую монеты жизнью собственной плачу, и за то, что горько плачу, и за то, что хохочу. Так как трудно, как прекрасно бить, спилить, идти на дно, жизнь моя. Кинематограф, черно-белое кино.